Здравствуйте, уважаемые посетители моего канала. Я, как и вы, посматриваю YouTube, интернет, кто что. И вот так мне YouTube подбросил. Трава жизни лечит рак, диабет, судороги, гонит паразитов и грибков. А канал это о жизни и здоровье с Марусей. Канал имеет 637 тысяч подписчиков. Против моих 37 тысяч, это, так сказать, ничто. И вот, смотрите, 11 месяцев назад этот видос «Трава жизни» набрала 3 миллиона 600 тысяч просмотров. То есть колоссаль. Я немножечко, так сказать, выпадаю в осадок. Ну что, прослушаем, что Маруся предлагает про траву жизни, как это все рассказано. Всем здравствуйте! Вас приветствует Маруся на своем канале. Это видео мы посвятим такому растению, как полынь горькая. Вот она у нас как раз цветет, август месяц. Поэтому собираем полынь горькую и заготавливаем для лечебных целей. Много не нужно заготавливать, если вы не планируете ее использовать в качестве венчиков от вредителей. Каких-нибудь там мух, тараканов, блох, потому что она прекрасная. Отпугивает таких насекомых. Видов полыни очень много. В том числе даже есть не горькие виды полыни. Так называемый тархун эстрагон. Он является не горькой полынью. А все остальные полыни в основе своей имеют горечь. Кстати, есть очень редкие виды полыни, которые содержат в себе даже медь. Они растут в том месте, где содержится очень много, большое количество меди. Очень много видов полыни. Причем самое интересное, все виды полыни отличаются своими полезными свойствами. Содержит она в себе эфирные масла, азулен. Вот этот запах необычный от полыни, это как раз запах азулена. Очень много аминокислот в составе полыни, витамин С, флавоноиды, фитонциды. Она очень богата всевозможными полезными веществами, которые являются, конечно, хорошими такими антисептиками. Она же антимикробная свойством обладает, жаропонижающим, противовоспалительным. У полыни горькой собираются листья, стебли, семена, цвет, в том числе корни. Корни содержат инулин, поэтому полынь горькая и относится к травам противодиабетическим, благодаря тому, что корни содержат инулин. Но собирать, конечно, надо полынь вот в таком виде, когда она только-только зацвела, потому что вот тогда у нее цвет не осыпается, он имеет очень хорошие свойства храниться, и вот именно вот в этом состоянии у нее больше всего полезных веществ. Можно, конечно, собирать и после того, как она цветет, но лучше вот в таком виде. Кстати, вот эти семена можно даже отдельно собрать и использовать как хорошее средство противоглистное. И готовится оно на меду, и это средство очень хорошо использовать как очищение организма от всевозможных глистов, аскаридов, астриц, лямблей. Но злоупотреблять полынью нельзя. Это ядовитое растение, так как оно может вызвать отравление. Переизбыток может вызвать очень серьезные проблемы с нервной системой. Потому что у нас, еще не забывайте, она является и хорошим успокоительным, противосудорожным свойствами обладает полынь. У нее свойств очень много полезных, но переизбыток в организме может плачевно сказаться. Поэтому полыни много не нужно заготавливать. Вот достаточно на семью заготовить вот такой вот небольшой пучок. Этого будет вполне хватать, особенно горькой полыни, потому что много ее не используется. Небольшая часть добавляется в сборы. И, соответственно, конечно же, можно приготовить из нее еще и полезные мази, такие, которые помогут при лечении проблем с ногами, когда есть судороги. Они, эти мази, еще хорошо помогают, как противогрибковые, лечат грибки на ногах, на ногтях. Мы их сделаем, обязательно покажем в следующем видео. Используют полынь в лечении желудочно-кишечного тракта, когда есть проблемы с желудком, улучшение аппетита, снимает воспалительные процессы, хорошо спрессоваться женщинам во время, когда есть какие-то выделения и бели. Хорошее средство, когда есть болезненная менструация, женщины могут отвар заваривать полыни и пить. Это тоже очень хорошо помогает. Она и головную боль снимает. При эпилепсии ее, кстати, тоже назначают пить в сборах, только в сборах. При гипертонии пьют. Отвар полыни очень хорошо давать алкоголикам. В течение 2 месяцев делается отвар из 1 столовой ложки на 250 мл воды.
И разводится этот отвар один к четырем. И человек должен в течение 2 месяцев понемножку, небольшими порциями, то есть где-то примерно по несколько столовых ложек в день выпивать. И очень хорошо помогает избавиться от алкоголизма. Но это только при желании человека, если он хочет бросить пить. Можно вылечить с помощью полыни человека от алкоголизма. Недавно в научном исследовании были проведены такие доказательства, что полынь борется с раковыми опухолями. Они говорят, что это только сейчас обнаружилось, но это было очень давно уже доказано. Это еще в начале прошлого века, где-то в 60-х годах проводились научные исследования. И тогда было доказано, что полынь способна губительно влиять на раковые опухоли различного генеза. Поэтому свойства у нее противоопухолевые доказаны уже давно. Полынь очень хорошо помогает при косметическом использовании. То есть, когда выпадение волос, проблемы с волосами идут. Можно делать отварчики, мыть голову. Поэтому небольшое количество полыни все равно нужно заготавливать. Только, конечно, ее нужно хранить отдельно от других трав. Так как полынь все-таки является очень ароматичным таким растением и имеет в своем свойстве вот это горькое вещество, которое может, конечно, испортить и другие травы. Любая полынь хранится в закрытой таре после того, как высушится, не больше года. Да, есть такая особенность, она теряет свои свойства через год. Поэтому каждый год нужно, конечно же, обновлять сбор полыни. И поэтому я и советую, не собирайте в большом количестве, немножко соберите, чтобы вам хватило на год. Но хранить нужно в закрытой емкости обязательно, чтобы сохранить полезные свойства. Заготавливайте, какая у вас растет на вашей территории, любую заготавливайте, какая попадется. Есть степная, есть луговая, есть лесная полынь. Любую горькую полынь немного заготовьте. Всем, кому понравился рассказ про полынь горькую, поставьте нам пальчик вверх, будем благодарны. Всем до новых встреч. Пока. Теперь мы просмотрели с вами. А вот моя газетка, которую я выпускал. У меня такие думки, может быть, вернуться мне к выпуску газеты. Интернет-газеты. Вот такая вот она от 11 ноября 2015 года. Я для себя, я уже вам рассказывал, что поставил такую задачу сделать свой собственный травник, мой травник. И вот как раз здесь, в этом травнике, я рассказываю о полыни. То есть вот как раз у меня есть история, как тут, что тут, общее описание трав полыни. То есть я не хочу сказать, что Марусина там видео ерунда. Ну, как бы сказать, я лично для себя стараюсь проработать какую-то тему, та, которая меня заинтересует капитально, чтобы, знаете, у меня не осталось никаких вопросов. Латинское название полыни «Артемзия», «трава здоровья», было дано в честь Артемиды, богини охоты, плодородия, деторождения и врачевания. И от греческого «Артемис» – «здравый, невредимый». Русское название полыни от старорусского глагола «полети», «спалити», «сгореть». В связи с этим можно отметить, что она угнетает, сжигает другие растения – поэтому растет она одна. И естественно, она будет воздействовать и против, так сказать, других живых веществ. Вот, например, меня интересует не просто, знаете, вот современное какое-то видение или еще. Меня интересует вот информация, допустим, о той же полыни, вот мирового масштаба, что они говорили древние, что они говорят современники, что они говорят там, допустим, народная медицина, что говорит там официальная медицина и прочее, прочее, прочее. И в частности, смотрите, Авиценна в каноне врачебной науки писал о лечебных свойствах полыни. Полынь полезна от холодной головной боли в виде лекарственной повязки или обливания. То есть холодная головная боль, это чаще всего возникает от простуды. То есть когда человек был на холодном
на холодной погоде, его продул холодный этот самый ветер, и в результате голова начала трещать именно от холода. Кстати, когда руками, знаете, вот работаешь над головой такого человека, то чувствуешь буквально-таки, как нечто холодное выливается из его уха, то есть вот эта патогенная, биопатогенная энергия вошла, допустим, в голову, там в уши заболели, ну и вообще там голова, она промерзла. Отвар из нее приносит пользу от закупорок в носу и от насморка. Но при этом важно понимать, чтобы вы не ели слизеобразующие продукты, а то у вас только и будут эти закупорки в носу и насморк. За счет того, что она обладает горькими свойствами, горечь способствует усилению циркуляторных процессов. Вот. И раз она способствует усилению циркуляторных процессов, то значит, вот эти все застойные явления в виде скопления слизи, насморка и так далее разбиваются, пробиваются и гонятся. Если сидеть в ее отваре, то дробит камни в почках. Видите, какое интересное свойство. И гонит месячные, это когда есть, конечно, задержка. Значит, полынь также полезна от язв в матке и способствует изгнанию последа и плода. То есть, когда детородный процесс останавливается, то есть она добавляет энергетики в организм, она стимулирует вот именно движение в организме. То есть, если что-то там застряло, то оно, как бы сказать, подтолкнет. В виде питья или лекарственной повязки полынь помогает при там сжатии матки, раскрывая ее, а также при затвердении матки. Ага. Видите, какие интересные. Вкус ее весьма горек, за счет вкуса и энергетика проявляется. Лучшим видом является свежая полынь с желтыми цветками. Природа ее, видите, как, не просто вот, как современники говорят, вот в ней содержатся там биофлавоноиды, витамин С и еще что-то там такое-то, такое-то. Они подходили к этому вопросу более практично. Значит, природа ее горяча во второй степени и суха в первой степени. Обладает открывающими свойствами. Видите, как сразу быка за рога берем. Если смешать ее сок с медом и дать выпить, то это поможет при инсульте и желтухе. Вот уже, как бы сказать, рецепт вам дан. Повышает остроту слуха и убивает глистов. То есть мед является тем средством, который горечь эту, будем говорить, собирает и разносит по всему организму. Вызывает мочеиспускание, месячные, вылечивает геморрой и делает лицо блестящим. Излечивает застарелые лихорадки. Так, но она вызывает головную боль. Если ее положить в сундук, то моль не тронет вещи. Если ее растолочь и завязать в хлопчатобумажную тряпку и положить кипящей воды, затем приложить к глазу с кровоизлиянием, то кровь рассосется. То есть вот, пожалуйста, средство от синяков и вот этих кровоподтеков в области глаза. Если отжать ту тряпицу, то из нее вытечет кровь. Значит, дальше идут вот рецептуры, смешать с медом, дать при геморрое, то поможет. При трещинах заднего парохода тоже поможет. Если, значит, отвар разбрызгать, уничтожает блох. Если сделать окуривание, то все присмыкающиеся покинут дом. Если маслом полыни смазать тело при телесной слабости, то поможет. Интересно, видите, усиливает телесную силу. Вот интересно насчет сиропа. То есть в предыдущей Маруся, она так сказала, что можно использовать ее в виде сиропа. Но что, что, как, возможно, в следующем видео там ее будет. Ну, а я пока прочитаю, что рекомендовал врач врачей Авиценна. Это, будем говорить, такая же величина, наряду с Гиппократом. Ее сироп готовят так. Возьмите 70 граммов травы и размочите в траве в течение суток, а затем сварите, отцедите, прибавьте
353 грамма сахара или меда и варите до сгущения, а затем употребите. Свойства этого сиропа таковы, что он помогает при болезнях печени и желудка, при уплотнениях селезенки и желтухи, которая возникает от жара. Он изгоняет ветры из тела и помогает при колике, помогает также при всякой болезни мочевых путей и выводит камень с мочой. Заменителем является цитварная полынь. Кстати, я делал этот сироп, принимал. Значит, он, естественно, действительно великолепно влияет на печеночку. Но в любом случае начните очень аккуратненько употреблять по чайной ложечке. Чайная ложечка сначала раз в день. Посмотрите, дня три пройдет, потом можете употреблять по чайной ложечке этого сиропчика два раза в день. Но великолепно работает. И, кстати, вот я думаю его в ближайшее время сам сделать, да, попить, чтобы и почечки очистились. И как раз вот эта вся болезнетворная микрофлора, особенно, допустим, грибкова эта микрофлора, она не любит полыни. А так как грибки вроде как любят сахар, они на сахар, грубо говоря, набросятся, а тут на тебе горечь полыни. И их, так сказать, по теории, должна отравить. И в частности, если можно попробовать и при онкологии. Онкология любит сосать на себя вот этот сахар для своего развития. А тут в сахарке горечь. Представляете, какую мы ей сделаем бяку-каку, и она, так сказать, набросившись на сахарок, насосавшись на себя этого сахара, опухоль. И всосавши вот это вот, значит, горечь, полынную, можно сказать, отраву, целенаправленно ее убьет. То есть попробуйте вот такой вариант. Мы о многих вариантах говорили борьбы с грибком, а вот попробуйте вот такой вот хитрый. Ну, среди многих сотен видов полыни встречается лишь несколько употребляемых как пряные травы. Ну ладно, как пряные травы. Значит, полынь горькая, я вот рассказываю, что это за полынь горькая. Так, и смотрите, полынь горькая, это вот она, полынь у нас горькая, и корень, и это. В средневековом, смотрите, вот Авиценна считал полынь горькую сильнейшим противоядием и средством для усиления аппетита. Аппетитчик надо. А раз есть аппетит, это говорит о том, что жизненные силы у вас заработали, у вас здоровье. Итак, что говорил Авиценна? Это прекрасное и удивительное лекарство для аппетита, если пить ее отвар и выжатый сок 10 дней. Только опачки! А вот смотрите, в средневековом медико-фармологическом трактате о свойствах трав. Кстати, я хочу написать свой травник, такой капитальный, такой, знаете, внести все, что тут мне, до чего я, грубо говоря, дотянусь, до всех этих, обработать материал. Вот как я с этой полынью обработал материал и выдал вот такую вот статью. Вот это вот работа так работа. Итак, значит, о полыни горькой написано следующее. Это о свойствах трав автор Ода из Мена. Мена — это город, Ода — это человек, которого так звали. Итак, что он пишет? Как бы ее не принять, укрепляется вскоре желудок. Лучше, однако, трава, коль отваришь с водой дождевую, то есть мягкая должна быть водиться. Это очень интересно. Можно использовать вместо дождевой воды талую воду. Вот. И перед самым принятием остудить под небом открытым. Гонит он также глистов и смычает желудок. А если принимаешь ты этот отвар, непомерную боль успокоит. И селезенке поможет, коль с уксусом выпито будет. Кроме того, если примешь, грибницу изгонит отраву. Грибную изгонит отраву. Но это, скорее всего, грибную изгонит отраву, это когда человек грибами отравился. Взято вместе с вином, со смертельной сразится цикутой, то есть как противоядие.
Ну и так далее. Вы можете почитать, почитать, почитать. Значит, вот полынь горькая, вид полыни употребляемый. Что, чё, как? При эрозии матки, как употреблять, как вот он как раз бор трав, там в Вятской губернии как употребляли. Далее идет, смотрите, свойства, действия, состав. Ну вот как Маруся там перечисляла, я также эту современную трактовку брал и раскрывал ее. Итак, свойства, действия, состав. Полынь горько, богата эфирными маслами. Тайон, тайол, филадрен какой-то, азулен, которые по своим свойствам опережают даже ромашку и зверобой. Ага. В ней содержатся витамины, дубильные, слизистые и смолистые вещества, кумарины, флавоноиды, лактоиды, там, каротиноиды, алкалоиды, кислоты и так далее, так, тионовые спирты. И так далее, и даже сахаристые вещества. То есть я в своем травнике вот эти вот все кумарины, мумарины разъясню, что это такое. Я где-то там уже и разъяснял так для себя. Тут просто я не удосужился это сделать. Так, однако важнейшим, вот это вот все, вот, знаете, вот это современное название можно опустить, а подчеркивается главное, важнейшим среди них будет горечь. Горечь полыни обусловлена наличием абсинтина, артемизина, эфирных масел и некоторых полынных алкалоидов, там, таких-то, таких-то. Ну, это, грубо говоря, горечь. Важно, что горечь и все. А что там, подробно копать, ну, если надо, человек это просто для себя, будем говорить, я специально такую главку сделаю, где вот эти все понятия будут расшифрованы, объяснены, что это такое. Значит, полынь обладает противосудорожным, жаропонижающим, обезболивающим, кровоостанавливающим, антисептическим, антибактериальным и общеукрепляющим действием. Вот так-то только. Опа! И все. Ее используют для получения камфоры, а препаратами артемизинин и арглабин, получаемые из нее, даже лечат раковые опухоли. Я как раз вам рассказал. Вот лучше всего, если имеется раковая опухоль, попробовать вот этот вот полынный сиропчик. И дальше пошло. Смотрите, применение, что тут применяем. И листья, и корни, и настойки. Все это, знаете, описано. Описано и ванны, и сок, и семя полыни, и что она там цветет от бессонницы. Вот, если свежая полынь использует сушеную там траву. Рецептура. Вот, рецептура. Значит, вот как раз противопаразитарное лечение полынью. Так только, опачки, что, чё, как используют рецепты. Какие там дозировки, какие там курсы, как там всю эту рецептуру готовят. Все это есть, да? Далее мы идем. Для возбуждения аппетита изгнание остриц. Угу. При простудных заболеваниях, как ее применяют. При желудочных болях, спазмах, болезнях печени, желчного пузыря, малокровии, бессоннице, для выведения круглых листов. Что, чё, как делают. При печёночных коликах, при болезнях печени, желудка, мочевыводящих путёв. Так, чтобы избавиться от метеоризма, ну тут я бы посоветовал больше использовать семя тмина. Так, при бессоннице, акушерство, гинекология, так, в онкологии. Вот смотрите, при раке желудка, прямой кишки и матки рекомендуют пить настой корней полыни горькой, 2 столовые ложки сухого измельченного корня, залить стаканом кипятка в термосе со стеклянной колбой, ночь настоять, принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день за 20-30 минут. Я бы посоветовал все-таки вот тот сироп использовать.
При раке прямой кишки и матки дополнительно рекомендуется делать микроклизмы и спринцевание. Используя тот же настой, только стакан настоя разбавляет кипяченой водой, доводя объем до литра. Микроклизмы и спринцевание делают через каждые 2-3 часа, чтобы вот этот, как сказать, бомбардировать вот эту паразитарную опухоль, которую, ну, есть такое мнение и у многих людей, что это грибница. И вот эту грибницу надо бомбардировать, значит, горечью. Значит, через каждые 2-3 часа, первые 2-3 дня, потом реже, исходя из самочувствия и контроля. Спиртовая настойка от геморроя, значит. Абсент, что-то такое. О, полынная водка, абсент. Абсент, кстати, чем он действует и как он там действует. Для сброса, кстати, абсент, он на мужчин действует вредно по причине того, что горечь разрушает семя. И если человек чрезмерно употребляет вот эти все виды полыни, горечи, то он просто-напросто становится стерильным. Разрушит себе все семя. Потому что семя – это, ну, это продукт такой слизистый, такой, знаете, тяжелый. А его, естественно, разрушает все, что высушивает и усиливает движение, чтобы все это разлетелось. Так, для сброса лишнего веса. Значит, пигменты старения. Вот это вот особый пигмент, когда старение накапливается, коричневые пятна. Можно видеть на коже, там, лица, на руках. Значит, можно все это вот, вот как и что делать в кулинарии. Предостережение. Это, смотрите, это только разобрана была разобрана один вид полыни, полынь горькая, полынные травы. Итак, мой травник, опять-таки, видите, я для себя травничек, полынные травы. Значит, я ранее указал, что наиболее используемыми видами полыни являются горькая, описано обыкновенное и так далее. И дальше мы пошли. Полынь обыкновенно, чернобыльник. Что это такое? Сбор из истории. Значит, эту траву считают проверенной при лечении от падучей болезни, то есть от эпилепсии. Как ее принимают? Далее. Состав, свойства и действия. Значит, вот как раз тут рассказывается, ну, смотрите, вот я наконец-таки тут и состав, свойства и действия. Вот что такое туйон, цинион и прочие-прочие такие непонятные вещи. Туйон по-научному природное вещество с характерным запахом, напоминающим ментол. Он содержится в пижме, шалфее и западной туи. Но особенно высока его концентрация в полыни. Его действие очень похоже на действие камфоры. Туйон обладает сильными галлюциногенными действиями. При его продолжительном употреблении развивается зависимость, которая называется синдромом абсентизма. То есть вот когда вот эту абсент употребляет, значит, у вас развиваются галлюцинации и возникает зависимость. После которого характерны депрессивные состояния, озноб, нарушение координации движения и тошнота. То есть после того, как вы, грубо говоря, бахнули абсента, и у вас возникли разного рода галлюцинации, идет после действия. То есть вы вроде как что-то там где-то увидали, а потом пошло. Что такое терпины, камфора, так далее. Ах, как я разобрал. Вот это вот, как говорится, проработка. Значит, что там, вырабатывают камфору. Камфора представляет собой лекарственное вещество растительного происхождения, которое обладает анальептическими свойствами, раздражает дыхательный и сосудодвигательный центр в головном мозге при их угнетении различными факторами. Получается из древесины вечнозеленого японского лаура. Ага, видите, лаур, не так там просто. Чем камфора вот обладает? При приеме внутрь, как она там работает. Так, дополнительно выше опишем знания из аюрведы. Не просто, опять-таки, а вот такие, а из аюрведы. Используемая часть травы, то есть вот этой вот полыни. Энергетика растений,
горький, острый, согревающий, значит, ткани, на которые больше всего проявляет действие, кожа, кровь, мышцы, костный мозг и нервная ткань, система наиболее подверженная действию, кровообращение женское, репродуктивное, нервное, пищеварительное, дыхательное. Само действие какое? Месячегонное, противоспазмолитическое, кровоостанавливающее, патагонное, противоглистное, антисептическое. Показания к применению, так далее, та-ра-та-та-та-та. Так, применение в медицине, опять-таки, как там полынь обыкновенная действует. Далее, тут про разное что такое. Кстати, во время эпидемии чумы и холеры на Руси полынью окуривали избы. А также до сих пор знающие хозяйки стелют траву полыни на пол для отпугивания насекомых. Ну, блох, вот, допустим, у нас сейчас блохи в доме появились. То есть создались погодные такие условия благоприятные. И, пожалуйста, ни с того, ни с чего и так далее. Значит, ароматизация, обеззараживание воздуха в помещении. Так, что там? А подушечки из ароматических трав, в состав которого входит полынь, применяют для лечения неврозов и бессонницы и так далее. Так, листья, корни, используют масло, рецептура, предостережение. Полынь приморская, теперь следующий вид полыни разбирается. Полынь лечебная даже, называется, знаете, как она, божье дерево. Когда она там цветет, когда там корни выкапывают, что там содержат, какие там дубильные вещества. Вот она, полынь лечебная, чтобы вам было понятно, что такое. Флавоноиды, помните, говорили, флавоноиды, о, а что же такое флавоноиды? Это фенольные соединения, являются биологически активными веществами. Многие из них обладают П-витаминной активностью, уменьшают хрупкость кровеносных капилляров, то есть рутин, усиливают действие аскорбиновой кислоты, оказывают успокаивающее действие, как боярышник и пустынник, используются и как противовоспалительное, противоязвенное средство, как вроде как корень солодки, которым обладает. Есть и такие, которые обладают кровоостанавливающими свойствами. Вот. Применяется при геморрое, является хорошим желчегонным средством. И еще, как бы поясняю я, а что еще может использовать в качестве желчегонного средства? Это бессмертник, пижма. И совсем недавно появились сообщения о противоопухолевом действии флавоноидов. А то флавоноиды, кумарины, что такое, ну, все это вы можете почитать самостоятельно. Так, идем далее. Вот знаете, когда ты сталкиваешься в процессе разбирания полезных свойств растения, допустим, с теми же эфирными маслами, то, допустим, лично у меня возникает желание узнать подробно, а что это такое? И вот как раз об эфирных маслах, полыни вообще, именно полыни, понимаете? При ревматизм считает, при эпилепсии, там еще, знаете, дополняется. Вот это мои труды, это для людей, которые хотят досконально что-то понять, что-то узнать. А не просто так, полынь я выпил, листы там выбежали, или еще там что-то такое. Не-не-не-не-не, у меня, так сказать, капитально идет разбор, потому что я в первую очередь, если я в чем-то, что-то не понимаю, что-то не знаю, допустим, как те же, вот, допустим, эфирные масла, полыни вообще, я взял соответствующую литературу, проштудировал, уяснил для себя, что это там такое, и дополнительно открыл для себя очень много полезных знаний о той же полыни, о тех же этих маслах, как лучше принимать, знаете. Полынное масло хорошо оказывает хороший эффект на кожу, как лечебный, так и косметический, наиболее эффективно при лечении от жирной, склонной к воспалительным и гнойничковым высыпаниям кожи, устраняет папилломы и бородавки, выравнивает pH кожи. А о конкретных видах полынного масла, видите, полынного масла, предупреждение, масло полыни сильное средство, поэтому с осторожностью относитесь к нему. Начните его принимать
разбавления, постепенно увеличивая концентрацию. Строго соблюдайте дозировку и не применяйте при беременности, потому что она обладает свойством, абортивным свойством. Кстати, вот интересная статейка, видите, как научиться радоваться. Радость – это уже повышенная энергетика. Так. Что такое инулин? Кстати, вот как раз, помните, там было разъяснение, вернее, Маруся говорила, вот там в корнях содержится инулин, который используется для лечения сахарного диабета. А вот что такое инулин? Лечение полипа прямой кишки. Видите, так. Ага, с чего начинается? Вопрос очистки печени. Что такое диабет? Вот как раз что такое диабет, статья разъясняется. Что такое, от чего он там возникает и как его. Школа здорового образа жизни. Ромашка аптечная, опять-таки. Вот я тут как раз и разобрал. О, видали какое? Дачные чистки пощадила, пожалуйста. Навернем теперь на себя любимого. Ха-ха-ха. Великолепно выгляжу, вы не находите, какая картиночка красивая. Итак, значит, прискорбно, что, допустим, вот я разобрал для себя любимого о полынных травах информацию. Со всеми, так сказать, нюансами, как, что там работает. Разжевал для себя. По-моему, даже где-то я и кое-что там вылаживал, записывал. Просмотры. Представляете, 3 миллиона 600 тысяч просмотров за 11 месяцев. И у меня так ничто, понимаете, так ничто. И в результате получается, что... Это хорошо, что я для себя разбираю. И так немножечко, знаете, выкладываю. Остается... Вот я сейчас травник этот все делаю. Махина, столько надо информации всей обработать из древних этих травников, из средневековых, из аюрведы, и еще, и плюс современных. И все это связать в единое, обмозговать, остается это богатство только у меня будет. А так, вот, насколько там оно. Видосик вот такой вот, кратенький, на 6 минуточек. И пожалуйста, вот и все. И возможно, наверное, большинству не надо. Вот что-то там такое немножко хоп, да и хорош. Ну а когда хочешь разобраться капитально, может, я один такой, который хочет капитально разобраться во всем этом, по крайней мере, что мне интересно. Ну, грубо говоря, вот такая у нас беседа получилась. Смотрите. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.